Конфедерация независимых профсоюзов Болгарии разработала проект возрождения, который призван помочь вернуть в страну 100 тысяч болгар из Молдовы и Украины. Идея, по словам президента конфедерации Пламена Дмитриева, состоит в том, чтобы не ввозить рабочих, а найти механизм переселения болгар, живущих в Украине и Молдове. Речь идет о людях с квалификацией. По неофициальным данным, в Молдове живет около 300 тысяч болгар, а в Украине более 200 тысяч. В принципе, точно никто не знает их количество. Мы считаем, на самом деле можно говорить о 600-700 тысячах человек с болгарским самосознанием. На первом этапе совместными усилиями государства, всех институтов, местной власти, бизнеса и профсоюзов мы могли бы привлечь не менее 100 тысяч человек, объяснил Димитров. Глава конфедерации также добавил, что бизнес должен подробно картографировать свободные рабочие места в Болгарии и условия, на которых они предлагаются. В то же время на местную власть возложено определение возможностей предоставления определенных условий жизни. К примеру, выявить брошенные дома в пригородах и малых населенных пунктах и выяснить, при каких условиях их можно купить. Предварительные расчеты Конфедерации независимых профсоюзов Болгарии показывают, что необходимо более 50 миллионов евро для переселения около 30 тысяч человек. И еще столько же на ремонт и покупку жилья.